Здравствуйте, друзья, с вами Мото Виктора. Собрал мопед, ну и многие пишут, соберите мне двигатель, продайте. Мопед я сам не продаю, но двигатель продать могу. Двигатель израсходовал где-то 1,5 литра топлива, потому что мне надо было попробовать, как он едет. И что я хочу сказать, в двигателе все новое. Первый ремонт — поршень, колечки, подшипнички, все новенькое. Сейчас, и еще электронное зажигание. Кто будет покупать с электронным зажиганием, это вот с этой катушкой, но без тросиков, без ничего. Так, бак открытый. Холодный, так что работает хорошо. Обкатка ему минимум 3 бака. Как вы слышите, ничего не звенит, не шелестит, работает отлично двигатель. Ребята, стоимость двигателя 10 тысяч. Кому интересно, пишите. Можем и выслать. Как вы видите, отзывается прям резко все. Все крутится. Но кому эта тема интересная, пишите, звоните, пообщаемся.